Человека, который постоянно пользуется общественным транспортом, видно сразу. У него обязательная карточка. С мелочью кондуктор сталкивается чуть реже, чем раньше, но все же и таких пассажиров хватает. Например, я работаю рядом с домом. Кроме того, у меня есть личный автомобиль. Общественным транспортом я пользуюсь нечасто. В магазинах предпочитаю расплачиваться банковской картой. Но иногда мне все же требуется проехать на автобусе или троллейбусе. И тогда это становится проблемой. Очень часто у меня просто нет наличных денег. Проспект Ленинского комсомола. Следующая остановка – Донбасская улица. По требованию. По данным специалистов Видновского троллейбусного парка, тех, кто платит наличными, среди пассажиров 50%. Мороки много. Ну, бывает, не хватает мелочи у нас. Ну, сами бегаем, меняем. Теперь все это в прошлом. Подмосковье – первый регион, который внедрил систему оплаты проезда бесконтактной банковской картой или гаджетами с функцией Apple Pay, Android Pay и Google Pay. Ну что ж, давайте попробуем расплатиться банковской картой. Получаю чек. Так, вот мне как раз, по-моему, пришло и СМС. И сумма списана намного меньше, чем если бы я платил наличными деньгами. Действительно, кроме того, что это удобно, безналичная оплата проезда, как в случае и с другими карточками, также выгодна. Стоимость одной поездки составляет 32 рубля 92 копейки. Это значительно ниже, чем 48 рублей за проезд за наличные деньги. Ну и, конечно, удобство и для пассажира, и для работников транспортных предприятий. Данная услуга действует с 25 марта, и пока о ней знают немногие. А отношение жителей к возможности оплачивать поездку банковской картой самое разное. Нет, мы этим не пользуемся, мы наличными расплачиваемся. Я пользуюсь обычной стрелкой, которая синенькая. Ну а как, по-вашему, это намного облегчит жизнь? Конечно. Если, например, деньги закончились на карточке, ну, на стрелке, и у тебя есть деньги на карточке, обычно можно приложить, и оплата пройдет. Я пользуюсь, я пенсионер пенсионной карточкой, поэтому я не знаю. Я этим не пользовался. А почему? Ну, у меня нет банковской карты. Проект по оплате проезда бесконтактными банковскими картами был запущен по совместной инициативе правительства Московской области, Сбербанка и Мострансавто. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.